Мне кажется, что это очень интересно, и я очень люблю Чобана. Мне кажется, что ему удалось сделать крутую штуку и большое высказывание. Действительно, если что и спасет вообще глобально Россию с такой серьезной конкуренцией мировой, то только мозг, потому что наши люди очень талантливые, очень умные, очень изобретательные. И поэтому вот такая метафора этого огромного мозга – это клевая идея. Я считаю, что было бы круто, если бы в Москве произошло экспо. Это всегда, это большое развитие туризма, это престиж страны, это классно.